Мы сегодня снимаем заключительную часть фильма «Престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы». В честь этого праздника назван храм в селе Воскресенское Богородского уезда. Сегодня пятница, 14 октября 2022 года. Это Данила, один из руководителей реставрационных работ, один из главных. Вот входная группа, которую делала наша Ирина Золотая. Вот так вот она включена подсветка, и краски засияли совсем другими цветами.
Thank you.
Thank you.
Яко благ и человека в небес. Благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие? Да приди, Матерь Господа моего, ко мне, себо якобы из глаз целования твоего во уши мои, и драйся, младенец, во чреве моем, и блаженно веровавше. Яко будет совершение глаголом е Господа, рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе, спаси моем, яко презрено смирение рабы свои я. Слава тебе, Господи, слава Вот, по храму отходим, то тоже по кровке. Сестра моя едиными оставит служите, сорцил бы ей, да не поможет,
Отвечав в Иисус речи, Марко, Марко, ты чешуйся и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее. И быжик да глаголуще сия, воздвигши некая жена от народа, и сосца я же еси питал. Он же рече, тем же убо блаженнее, слышащие Слово Божие и хранящие. Yeah.
есть ключ, который открывает дорогу спасения. Если сердце чисто и бескорыстно, сердце приходит к Богу. Если славу не рискует, то погибло. Вот мы сегодня празднуем Богородичный праздник. Мы читаем Евангелие, которое про Марию и про Марку. Я все тут задумываюсь в разных книгах, в разных рассказах. Все время эти моменты отмечают, как они комментируют Евангелие. Почему вот так, где Евангелие именно читается на Богородичном празднике? Прям богослужебный Евангелие на всех Богородичных праздниках, на всех праздниках Богородичных у нас почти 365. Каждый день мы какую-то икону празднуем Богородице. Если вы будете праздник, когда не смотреть, то всегда после себе идут иконы Богородицы, которые мы вспоминаем в тот или иной день. Редко, дни без икон. И здесь есть два момента, которые именно нужно отмечать. Само своего успения и коронования. И когда мы читаем Великим постом Страшной Седмицы, те зачала, которые росли в Евангелии, нас поражает то, что слов Богородицы нет, она молчит, всегда молчит. Сколько мы слов произносим, когда у нас что-то происходит. А здесь происходит вот такая трагедия, да, представляешь, сына ее. Сначала предают, потом бьют. Потом оклеветывает, потом несет свой крест, потом распинает. И все это в ее глазах. И когда мы возвратимся к тому покрову, что в лице апостола Иоанна, богослова, который был рядом на кресте, делаем всякие нервности, говорим друг другу плохие слова, думаем, роем мысли под ним. А там, над этим покровом, благодать, потому что Господь никогда не откажет свою мать. И много раз мы с вами говорили о том, что у Богородицы можно просить очень-очень много. Мы материалы Успенского собора, которые тоже будут Богородицы. А вот этот праздник, он так необходим на территорию для России и для всего мира. Для Руси такая же. Почему у нас так удалось омолить? Омолить все. Но вернемся к тому, что мы не можем хранить то, что вы получили. Отходя от чаши, хранить соединение с Христом. И тогда вы будете под покровом и соединение. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Что-то.